Всем привет, ребята, на канале новый влог. У нас сегодня воскресенье, сегодня раннее утро, я уже в пути, потому что пришли подарки. Сегодня у моего крестника день рождения, вот Человек-паук, рюкзачок ходить в садик, постельное белье, светится, кстати, паутина в темноте. Так, что еще? Еще попросил машинку, машинка металлическая, такая вот Lamborghini Aventador Lamborghini. Короче, это с Федором мы сегодня идем на один день рождения, а потом с Федором и с мальчишками на другой день рождения. Вот там мальчик постарше, ему денежка, потому что он собирает на компьютер. Поэтому, короче, вот так вот бежим сейчас с Федором, там вам его поснимаю, а потом уже с мальчишками у нас какой-то квест в профилактории будет интересно. Так что смотрите дальше. Ну что, мы уже пришли. Детская комната такая огромная вообще. Смотрите, что они тут творят. Эй, с днем рождения! Сколько тебе лет исполнилось? 5. Ну круто. А 5 это сколько? А сколько 5 это? Ты можешь показать? А мне уже 11. Тебе 11, да? И ты 20 раз прыгал с парашюта. Ты сегодня уже рассказывал. Иди сюда. Ну и как ты себя ощущаешь на 5 лет? Хорошо. Хорошо ощущаешь? Короче, вот так. Вот это Никитос, мой крестник. Ему сегодня 5 лет. Федор. Ой, Машуля. Класс, тут батут. Ну как, вам нравится? О-хо-хо-хо-хо. Класс. Здорово. Короче, смотрите, тут еще можно пострелять по мишеням. Классно, Маша? В полете. Ух ты. Это надо сесть и кататься. Сейчас еще нам привезут пиццы и будем балдеть тут. Опа! Что можно? Байда. Что? Байда. Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Байда можно? Байда можно. Спрайда? А, мальчишки нашли себе развлекуху, в аэрохоккей играют. Круто тут. Никита в хоккей играет, а ты тут. Он лазит там с Виолетой. Федька, ты где? Я тут. Пропал. Ты что, познакомился со всеми? Готовься. Иди с этой стороны, Виолетта. Так, желающие мамы, никто не хочет, чтобы было 5 лет? Хоть 15, да? Ой, молодец! Она не только заду от меня, а я с ней заду. Молодцы! Ты как парень помог. Ну, 5 лет, да? Ну, еще, скажи, пару месяцев еще можно. Молодцы, ура! Никита ему... Ага, это кто задувал Никитин торт? Подожди. Так, это дверь со стороны Никита задувает. Федор, в сторону. Иди. Правильно, да. Ты вообще свечку забираешь, все, молодец. С днем рождения! Ну вот и второй день рождения. Тут уже дети постарше. Что? Да, это про шпионов. Короче, школа шпионов называется квест. Мальчишки боялись, чтобы не было профилактории. У нас есть тут такой страшный квест. Но это ничего тут страшного не будет. Будут шпионы тренироваться. Вон, видите, сколько? И одна девочка. Короче, тут должно быть интересно. Вот, смотрите, там мишень. Будут учиться стрелять. Что, Федька? Короче, вот как-то так.
Что, Федор, что? Это такая игра, которая у нас есть. А вон в синем это наш именинник. Ему сегодня 10 лет. Димасик. Поздравляем. Федь, аккуратно. Ага. Димасик хороший мальчик. Димасик хороший мальчик, все правильно. Как их много? Федор пошел на расследование. Сейчас я вам покажу профилак. Это такое дело. Такой. Смотрите. Короче, заброшка такая. Здесь вот балкончики такие страшные. Короче, сам даже парни тут, которые работают, сказали, что там очень страшно. Видите? Стекла побитые, фигуры людей там раскиданы. Причем такие фигуры сделаны из 5-литровых бутылок. Сверху одета одежда. Реально как настоящий человек. Здесь есть всякие там психушка, профилак, еще что-то. В общем, так не очень весело. Что-то вот мне кажется, что где-то мы тут уже отдыхали. Ну, давно-давно, в детстве. По крайней мере, этот склон мне знаком. Вот, смотрите. Здесь все побито, все закидано чем-то, залито. Погода сегодня чудесная. Нам сегодня очень повезло с погодой. Поэтому вот так мы празднуем 10-летие Димасика. Здесь не только, кстати, дети, но и родители. Вон они разжигают костер. Будет шашлычок. Потом вам еще что-то покажу. Ну что, Федор тут лазит по деревьям. А мальчишки, смотрите, у них соревнования. Аккуратно, пожалуйста, Федя. Классно, когда много детей на дне рождения. Смотрите, две команды по 7 человек. У Димасика. Да, вон, видишь, первый он. Такое сложное задание. Ну и что, молодцы, у них получается здорово. Надо еще раз упасть, мы не снимали. А, 1, 2, 3, 4. Давай, Андрюха, давай. Не спешите, не спешите. Нас не заблокируют. Чего? Балет. И что? Господи, Георгий, ты такой смешной. Ой, ой, мальчика потеряли. Молодец. Он просто выпал, он просто маленький. Хорошо, дайте. А я хочу толчок. Такого нету слова. Иди куда-нибудь далеко. Петр Сергеевич освоил колеса. Что, Федор?
Не получается? Тяжело? Нет. Залез? Молодец. Даже меньше. Пошли ребятам, которые нас смотрят, покажем того человека, который там в окне сделанный. Пойдем? Пошли? Идем. Короче, ребята, смотрите. Вон, видите? Человек. В общем, здесь такие квесты, когда делают вот из бутылок реально людей. Ну, короче, для ужастиков. Ну, мы, конечно, на такой квест не пошли. Но здесь реально страшно. Даже ребята, которые организаторы, говорят, очень страшно. Вон, смотрите. Там еще колонка. Ну, это вот так вот заходишь играть, а там хоба на тебя встречает. Такое чудо. Короче, жесть. Ну, что, мы на нестрашном. Какое чудо? Ну, такое чудо. Вот такой вот человек из бутылок, но он как на настоящего похож. Вон, видишь? Ну, это то, что мы увидели. Это, наверное, просто отработанный материал. А там внутри, вот в этом санатории, стоят... Кстати, это, наверное, санаторий бывшего лампового завода. Это уже как заброшка считается. Потому что лампочки наши обычные никому не нужны. Отдохнули, попили водички и разбились на две команды. Смотрите, тут все, канатная дорога. Перевязана все этими нитками такими, канатиками. И надо аккуратненько и делать бабах. Короче, здесь так все интересно продумано. Но для мальчишек 10 лет вообще самое то, что надо. Жалко, что у нас день рождения в декабре. Тут уже будет холодно. Сейчас пойдем посмотрим, что делает вторая команда. Сейчас посмотрим, как Дима тут пролазит. Полоса препятствий. Смотри, тут какая бочка и качель, да? Пошли, Федор. Тут уже мальчишки проходят. Тут будешь? Хорошо, я пойду других поснимаю. Пойду ту вторую команду поснимаю. Привет! Стреляют? А здесь учат ребят стрелять из арбалета. Кто в таких квестах принимал участие, пишите. Очень интересно, как в ваших городах проходят дни рождения. И что именно, какие квесты вам организуют. Смотрите, какой арбалет. Ничего себе! Молодец! Обалдеть просто! Кирилл, да ты гений! Смотрите, просто бомбически. Молодец. А вот и Ярославчик проходит полосу препятствий. Хоп-хоп-хоп. Ильюха, молодец. О. А, Ильюха тут такой у нас. Ну что, классно? Аккуратно. Так, ну что там наши стрелки? Гош, ты стрелял? Да. Ну и как? 10? Молодец! Там еще тетя Оля стреляет. Короче, не только... А, нет, тетя Оля снимает. Я думала, она стреляет. Тоже в яблочко попал? Да.
Что, так легко? Оля, ты во что попала? В 10? Легко? Ну, как сказать? Я просто профессионал. Кто куда попал? Я в центр попал. 10. Молодцы, все в десятку. Я в центр попал? Да. Некоторые тут попали, даже не глядя. Куда? Стреляли. Это ты? Я в десятку попал. Так, ну это все еще не закончилось. Тут что-то еще интересное. Конфеты? А, вафельки. Вот, дайте. Дай мне, да я хочу с вами. Дайте мальчику. Еще одна осталась. Доберите кто-нибудь. Доберите уже кто-нибудь. Так, ребят, теперь получайте сертификаты за прохождение школы шпионов по очереди. Александр. Александр. Карина. Так что, теперь можно на работу устраиваться? Ага. Виктория. Карина. Виктория. Илья. Илюха, давай. В комитет Максим. Госбезопасности пойдете. Георгий. Ярослав. Владислав. Кто Владислав? Не пришел. Тимофей. Ничего себе, еще и сертификат. Серафим. Арсений. Арсений. Какая дата? Арсений, ты где? Я. Ну. Еще один Арсений. Нет, 26.09 это не моя дата. Это не дата. Это сегодняшняя дата. Кирилл. Андрей. Андрей, мой брат. Кристина. Карина? Нет, Карина не приехала. И Владислав. Кстати, Карина, Виктория, можете давать мне, я им передам. Карина и Виктория. Хоп, их не было, но они как будто бы прошли. Самому главному не дали, сейчас тебе особенный сертификат выдадут. Хоп, об успешном прохождении школы шпионов. Пойду отдам.